встречают хлебом с солью. На базе туризма и отдыха «Сказка» в Нефтеюганском районе провели генеральную репетицию народного праздника Ивана Купала, который состоится уже в это воскресенье. Такие гуляния – часть проекта «Славянские праздники. Возрождение рода». Уже 6 лет его реализует Анастасия Копылова. Здесь замечательная поляна, озеро. Это то место, которое располагает именно для проведения народных, славянских, массовых, красивых, добрых праздников. Да, сегодня съехались люди со всего округа, что очень приятно, что славянские праздники набирают популярность. Я очень надеюсь, что еще больше будет людей собираться, приходить, знать наши добрые старые традиции. Многие старинные обряды посвящены любви, дружбе и семье. Например, обряд кумления, когда девушки и женщины шли на поляну, выбирали березку, вешали на нее большой венок и клялись друг другу в дружбе, верных отношениях и поддержке в трудные минуты. Мужчины часто уходили на боевые рубежи, и весь быт оставался на хрупких женских плечах, поэтому нужно было держаться вместе, избегать ссор и размолвок. Детская игра в секретики тоже пришла из древности, когда девушки доверяли свои тайны подругам. Эти и другие традиции показали на празднике, принять участие в них могли все желающие. Что-то к своим корням немножечко нас возвращает. Я думаю, что такие вот праздники нужно отмечать, и чтобы как можно больше приезжало народу. У меня сына на Ивана Купалу крестили прямо в реке, батюшка, да. Я здесь первый раз, очень здорово, обалденно. Вот все эти хороводы, атмосфера такая, какой-то вот прям действительно русский такой истинно праздник. 2 часа хороводов, прыжков через костер и запуска венков по воде пролетели на одном дыхании. И это еще не конец праздника. База туризма и отдыха «Сказка» с удовольствием приглашает всех жителей Нефтеюганского района, всех жителей, в принципе, Ханты-Мансийского автономного округа Югра и всех туристов, гостей, которые приехали навестить наш округ своим родственникам, друзьям, посетить нашу базу на большом мероприятии, которое называется «Реконструкция славянского праздника «Ночь Ивана Купалы». И состоится оно 25 июня. Елизавета Гутовская при поддержке телекомпании «Седьмой канал».